Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Те, кто увидит рейтинги сериала «Адим Фарах» с Демет Аздемир и Энгином Акуреком в главных ролях, не могут не удивиться. В оставшейся 9-й серии сериала есть почти все, что ищут зрители. История очень захватывающая и не банальная. Качество записи очень высокое. Диалоги и ролики очень хорошо проработаны. Главные актеры Демет Аздемир и Энгин Акурек очень хорошо ладили. Площадки, декорации, костюмы и аксессуары сериала были тщательно подобраны. Развитие истории также очень приятное, и актерская игра также очень успешна. Помимо двух основных игроков, такие ценные имена, как Мустафа Авкиран, Али Сюрмели, Синан Кара и Ферат Таныш, внесли значительный вклад в проект. Так что там с этими рейтингами? Многие зрители не хотят верить результатам рейтинга, когда вырисовывается такая позитивная картина. В 9-м выпуске сериала, который транслировался в среду, 26 апреля, трио ABC 1.5 поймало красивый кадр. Однако показатели стали ниже среднего у всех людей, и группы А и Б стали более важными, чем группа ABC1. Удивительно, что несмотря на сильную внешность Адима Фараха, который прогрессировал с тройными оценками, его оценки стали падать чуть ниже среднего. Поклонники сериала также создали события со своими сообщениями в социальных сетях. Не осталось незамеченным, что сериал занял 7-е место в категории общей аудитории и 4-е ФЕС с его 9-й серией, вышедшей вчера вечером. Пока многие ждали, когда он выйдет и сразится за 1-е место с истеблишмент Осман, Адим Фарах попал в самое пекло. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Те, кто увидит рейтинги сериала «Адим Фарах» с Демет Аздемир и Энгином Акуреком в главных ролях, не могут не удивиться. В оставшейся 9-й серии сериала есть почти все, что ищут зрители. История очень захватывающая и не банальная. Качество записи очень высокое. Диалоги и ролики очень хорошо проработаны. Главные актеры Демет Аздемир и Энгин Акурек очень хорошо ладили. Площадки, декорации, костюмы и аксессуары сериала были тщательно подобраны. Развитие истории также очень приятное, и актерская игра также очень успешна. Помимо двух основных игроков, такие ценные имена, как Мустафа Авкиран, Али Сюрмели, Синан Кара и Ферат Таныш, внесли значительный вклад в проект. Так что там с этими рейтингами? Многие зрители не хотят верить результатам рейтинга, когда вырисовывается такая позитивная картина. В 9-м выпуске сериала, который транслировался в среду, 26 апреля, трио ABC 1.5 поймало красивый кадр. Однако показатели стали ниже среднего у всех людей, и группы А и Б стали более важными, чем группа ABC1. Удивительно, что несмотря на сильную внешность Адима Фараха, который прогрессировал с тройными оценками, его оценки стали падать чуть ниже среднего. Поклонники сериала также создали события со своими сообщениями в социальных сетях. Не осталось незамеченным, что сериал занял 7-е место в категории общей аудитории и 4-е ФЕС с его 9-й серией, вышедшей вчера вечером. Пока многие ждали, когда он выйдет и сразится за 1-е место с истеблишмент Осман, Адим Фарах попал в самое пекло. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.